Именно так провели прошлые выходные около 30 петропавловцев. Чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения, они вышли на лыжню. Лыжная база в Барках собрала как спортсменов, так и любителей активного образа жизни. Виктор Бондаренко желает всем жителям города быть активными не только в спортивном плане, но и в общественной жизни. Хочу обратиться к жителям города Петропавловска, прийти 19 марта на избирательные участки и отдать голоса за своих выбранных любимых кандидатов и проявить свою, так сказать, такую общественную активную позицию. Полезно выйти из своих квартир, подышать свежим воздухом и насладиться той природой, которую мы увидим только через определенный период времени. Снег есть снег, мы на севере и с лыжами должны дружить. Одним из первых на финиш пришел кандидат мастера спорта по зимнему президентскому многоборью Ринат Тагиров. Принять участие в лыжном забеге решил для того, чтобы проверить свой уровень подготовки. Лыжными гонками занимается давно. Ощущения прямо супер, погода хорошая. Очень понравилось, все на высоком уровне прошло, поэтому всем здоровья и удачи на лыжне. Население всегда должно заниматься спортом, поддерживать свое здоровье, поэтому всегда почаще такие соревнования проводились бы. Не имеет ограничений и возраст участников забега. Евгения Холодных лихо покорила не только дистанцию 800 метров, но и рубеж 50-летия. Говорит, сейчас самое время для спорта, для движения и новых впечатлений. Здесь прекрасная природа, здесь есть возможность взять оборудование и лыжи. И как это здорово, когда есть единомышленники. Мне в этом году 55 лет, но я люблю спорт, я уважаю, я благодарна своим тренерам, Барановой Таисии Алексеевне, что они привили эту любовь к спорту, к жизни, потому что движение – это есть жизнь. Спортивное мероприятие «Весенняя лыжня» проходит в Петропавловске ежегодно. Желающих принять участие в лыжном забеге с каждым годом становится все больше. Анастасия Кузнецова, Казбек Рыкбаев, МТРК.